Давай еще раз, подожди, ну встань туда, я тебя молот хочу кинуть. Смотри, он меня ходит как черепаха. Лови. Ладно, пойдем. А что ты там откинулся? Пиздых. И пиздых. Пойдем. Тут, кстати, втроем, походу. Ай, блядь. А куда нам. Не-не-не-не-не, нам точно не сюда. Нам наверх. Там пузырь, кстати, наверху. Прыгай сюда. Там пополню внизу жизни от этой хуйни. Где? Yeah. Ну, чекпоинт. Просто прыгни около него. Блин, блин, пластично. А, ну ладно, пух, тогда иди сюда. Тут, короче, нужна твоя магия. Во. Смотри, надо мост, видишь, он туда, видишь, тот шарф. Нам, короче, он туда как-то. Вот. Блять, я только не знаю как. Ща. Доверься отцу. Уйди, Симсно. Я держу ее. Уйди. Блять. Вот так. А, нет, все, Дигли. Подожди, Саку ищи. Где-то Сака. Надо Саку найти. Вот, вот Саку нашел. Делай так, нет, стой. Да не, можешь не строить. Сака ему там внизу, видишь, такая штука. Не допрыгнем. Ты еще сломал? Смотри, спрыгни вниз. Вот я тебе покажу, куда Сака должна дойти. Вот сюда. Где я внизу стою. Видишь? Ну спрыгни вниз, увидишь. Вот сюда Сака должна дойти. Вот. Я в нее стреляю, даже Саку. Вот, видишь, ты на нее упал. Вот сюда должна Сака дойти. А вон вода, вон там. Вот она, вода. Ой, ничего себе. Опс. Что-то произошло. Бля, я выйти не могу. О, теперь надо, блядь, пропрыгнуть только. Просто вверх нажимаю, он распрыгивает сам. Ого, я прыгнул. Во. О, а здесь? А, гриб. Ага, мост нужен, короче. А как зачем? Блять. А как туда допрыгнул? Блять, ты мне на голову скинул. Давай еще, я лечу. Во. Где? О, это надо как-то закрутить. Сейчас закрущу. А, тут вообще ничего нету, короче, ладно, вниз. А где сокровище будет? А, там прочитать, типа, это надо, ну ладно. Полез. Я опять куда-то упал. Жесть, я вспоминаю Соника. О, босс. По-любому. Ой, я плаваю. Блин, как Лео тут плавает. Блин, так они тут круто плавают, да? Да, прикольно. Вообще, я... Ты играл на Сеге в этого... в Дельфином, где играешь? Не знаю, Леша. Как вот там? Он так и назывался, по-моему, Дельфин. Бля, дай пройти. Ты забаррикадировался. Е, мы затащили еще один уровень. В пещерах Понтий нашел несколько. Когда уже мы кого-нибудь. Да хуй его знает. Мы под какими-то галлюциногенными грибами доходим. Красивый рассвет. Вау! Вот это графончик. Кразис 3 просто. Кразис просто отдыхает. Ты где там? Смотри. Ух, нахуй, нихуя ты. Ты видел, где я был? У нас есть лодка. Где? Вот. Хуёво, у тебя лодка. Поплыли за ней. Бля, как круто вообще графончик тащит. Блин, вообще крутяк. В Дасте бы такую графику. А здесь, походу, дело тебе нужен построить мост. А, не, надо... камень туда протолкать.
про чё? А как ты залез? Между так вот. Не знаю. Блять. Как? Короче, так вот, да. Ну я не залазю туда. Сейчас даже нырну. Давай, оп! Ой-е. О, крабы, ебать, нас раки атакуют. Я его не могу контрить. Э, чё за херня, я тоже. Ой, я взорвал. Смотри. Воу, тут пропрыгать надо быстро. Так, о. Ты где там живой? Воу, 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 я затащил. Кнопка тут. А, во, все, я этот взял, респаун. Ты где там? Вау, я даже стрелку, когда вниз бросаю. Вообще так вода размывается. Ты где? А! Слышь, я тебе могу острова делать, все. Я тебе по воде могу острова делать. Ты можешь по воде идти, короче, смотри. Я могу изо льда делать эти сосульки, или как они там называются, айсберги. Давай как Титаник. Плыви по воде ко мне, сюда, в правый крайний, правый этот экран. Сейчас. Я еще где краб не могу вылезти. Ох, ох, пролез. Вот какая-то колючка. Смотри. Смотри на воду. Прыгай по воде. Только они исчезают скоро. На тебе еще один ближе. О. Теперь я тоже тащу. Я как так? А, кнопка нажимается, дверь открывается. А как вторую? А, вторая вон кнопка. Во. На нее надо что-то положить. Положи на ту кнопку что-нибудь. Ой, я прыгаю, все. Положи на нее один этот, но идти нам туда вправо, то есть тебе надо подняться сюда. Ничего не на нее не могу положить. Ну тогда смотри, подожди. Так, на первый у нас лежит, да? На первый положи. Запрыгивай ко мне. Не, запрыгивай ко мне. Че? Я в нее просто стрельну и все. Бля. Кончилась твоя эта хрень. Вот, пусть она на ней лежит. Прыгай ко мне. Все, пошли. Вправо прыгай, вправо, блядь. Ладно. Только не убирай вот эту херню сейчас. Подожди, 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 ничего не делай. Сейчас я... Оп. Оп. Все, пойдем. Я запор ждем. Оп-опа. О, больно надо. А, их тут много, слышь. Вообще ничего не помню. Да надо вот этого захерачить, я его захерачил. Да, его захерачу. Все, так, теперь... О, у меня ап, подожди. Так, у меня одно очко. В мага, что ли, что-нибудь кинуть? Нет, не буду. Я твой босс, ты понял? Подожди, надо как-то вверх. Мне не цепляется. На, а, надо как-то... ворота, во, точно. Сейчас я затащу, смотри, опа. Так, а тут надо быстро, по ходу дела, прыгнуть. То есть? Я рез взял. Ну, будешь хвататься за нее? Тихо-тихо-тихо, ее надо разбить. Сейчас. Не-не-не, да, поближе ко мне, поближе. Да хватайся за нее, сюда залезешь, потом там разобьешь. О, залазь сюда. Сейчас, подожди. Вот разбивай. А, шарик улетел. Вот, я подбегу. Ой, тут шипы. Давай ко мне сюда. А, вот да, надо с этой херни прыгнуть туда вперед, направо. Прям допрыгнуть до моста. В инвизи катаюсь. Ты чё там, живой, нет?
Охотничий ремонт. Хоп, 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 хоп. Тут даже движение, как они делают, вообще круто очень. Ты где там, ё-моё? Я думаю. Че ты думаешь, наверх давай иди. Я тебя бошку видел. Я падаю вниз куда-то. И чё? Видишь, мозг катается, он там наверху, надо на него запрыгнуть. Да. Свали. Во, во! Смотри, я лечу. Воу, почти допрыгнул. Воу, я вообще упал вниз. Подожди, я же вот так могу сделать. Блин, надо быстро сделать, только успеть. Ой. Тихо. Короче. Блять, лего нахуй. Тихо, надо за мост захватиться-то. Сейчас все будет. Воу! Во, я сделал. Вот так, теперь вот направо и с правой надо как-то вон туда. Смотри, как бать. Вон туда надо. Так, а как это сделать? А, во, все, я запрыгнул. Я рад, дай мне лучницу. На. Словил там топор. Твою. Твою. Ну там надо придрочиться, да. Так, интересно, эту херню блокировать могу. Я что, ну что падает? О, могу. Ого. Надо не забывать, что у воинам, короче, на щит ему можно прыгать. А-а-а! Блять, я упал. Короче, падай в воду. Ой, тут опять босяра. На нахер, на. Все, я его. Тут много орков. Давай сюда, дели. Не, тут нормально. Паркур. Или торки, я под водой не помню. Я сундук нашел. Ты картинку видишь сейчас? Да, шлюха. Какая телочка. Ты где там? Под водой тора. А там есть что-то секрет-то какие-нибудь? Не знаю. Вау, камень какой-то есть. А, нет, я рыбу нашел зубастую. Я уже задыхаюсь практически. Я тебе камешек там кинул. Твою мать, я сейчас задыхаюсь, он не камешек. Короче, пойдем нам туда. Респаун. Тихо, орк, орк, надо его пристрелить. Бля, а тут вода. Бля, 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 бля. Их! Их! Нужно еще. Я буду, короче, играть за это, да. О, кнопку надо нажать внизу. Надо по саке опять, по-любому вот это саки здесь, нет? А, не, не саки. А, как туда попасть? Запрыгни сюда. Ой, бля, сейчас зарубит. Наверное, вот так вот. Во. И чё? А, понял, сейчас будет. Не, я мог, а я мог вот так вот сделать. Так. Больше не знаю, что делать. А перелазить на ту сторону как? Там внизу под этой херней что-нибудь есть? Иду смотри. Не-а. Ёпт. Значит, мосты опять. А если кнопку нажимаем? Бомба. А, я сейчас. Что-то с помощью бомбы надо делать. Это её присадка. На них нужно прокарабкаться, наверное. Да? Ну давай, попробуем. А их, они на шипы должны стать. Ага, они взрываются там. Насрать. Ну-ка, я на эту штуку могу запрыгнуть? Во, я понял. Да-да-да-да-да, насадить. Блядь, короче, нужно насадить. О, вот, смотри.
Сейчас надо оживить мою лучницу. Где тут это? Респаун-то. Все, я все придумал. Эти бочки притащил. Надо бочку притащить, потом, короче, перепрыгнуть туда и через бочку туда. Что смотришь? Смотри. Где рез? Я побежал за резом. Почти. Блин, жалко, он бочки не может. Вот, смотри. Ща. Где я там? Ох, ты мне лучница жили, ошибись. Не дисконнектил. Да нет, и тут. Да нет, не дисконнектил. Жди меня. Не жди без меня. Блин, как в Angry Birds, короче, нужно попадать вообще. Что-то я в эту бочку вообще не попадаю. Во. Сейчас ее рванет. Да нет, там всегда много проще. Что-то мне сейчас случится. Я затащу. Ну, убери. Я понял то, что надо, бля, взять. Смотри. Вот так вот. Насадить вот эту херню на эту херню. Вот где лучше, смотри. Блять. Ты не перели. Она не цепляется там ни за что. Где мотай, мака? Дай себе одного мака. А вот ты не толкай меня. Ну и чё? А чё, бочек больше нет? Сейчас респануться. Тебе надо убить бочки. Кто ты их кинул? Я могу приземлиться на ту херню, которая вот шатается кругом. То есть в самый центр я могу вот, да вот нет, туда. Смотри, еще паркур. Вот туда, где взрыв сейчас был. А ты насаживаешь бочку, короче, на шипы вон туда, понял? Я прыгаю с этой херни, попадаю туда и потом, да, запрыгиваю туда. Ну. Паркур и рэп. А, ну можно так, а я как? Тебе нужно еще вариант. Так. Ну чё? Вот там бочка должна воткнута быть в шипы, тогда ты допрыгнул. Короче, бочку. Ну. Смотри, короче, я придумал. Дай. Да уйди ты. Да отойди, да перепрыгни на мою сторону. Пока ничего не делай. Смотри, берешь бочку. Втыкаешь ее вот сюда. Все, пошел, прыгай. Она горит, потому что сейчас взорвется. Тебе надо быстро прыг. Во, да. Какой-то медленный воин. Давай. Еще поп. А где там респаун? Далеко? Далеко очень. За эту же платформу. Блин, ну тогда один из миллионов, короче. Давай только нормально кидай уже. Сейчас, подожди. Я, на... уже... я, да не... я уже прыгал. Не-не-не-не, не прыгай. Я медленный маг. Все, пошел. Сука. Ты на бочке не допрыгнул. Смотри, короче, как надо было сделать. Сейчас я сам попробую. Я понял, что ты имел в виду. Ты слишком сильно ее поставил. Вот почему. Вот. Садил. Оп, оп, и все. Вот, я оживил тебя. Вот так надо было. Так, рычаг. Вау. А, и ты. Я думал, это что за хит. Так, вот это давай ставь. Сразу лут собирать. О, смотри, я что нашел. Рыбу кит. А, они кусаются. Неа. Вот здесь можно проплыть, только как открыть, не знаю. Можно было как-то низом пройти. Пошли. Как-то низом. Устрица. О. Ай-яй-яй, я на шипы приплыл, блин. Надо глотнуть воздуху. Тоже есть что собирать. Кокосы я могу поджигать. Ой, кокосы могу сбрасывать. Тут кокосы размером, я не знаю. О, на звездочках прыгать можно. Прыг. Прыг. Дальше куда-то уху! Бульк.
Ты водой пошел низом, да? Да. Блин, а что это за... Меня какая-то вода не пропускает. Наверное, так и надо змею вылазить. А это бесконечно тут будет это дуть? Ого, ты тут змеюще. Дигли, а как ты тут прошел? Вниз. Ну, ай, чувак, надует и не пропускает меня. Ты ниже спустись. Сейчас, я пузырь какой-то вверху нашел. А, это респаун, кстати, мы респауна не пропустили, так что теперь все нормуль. Так, ниже. А, в натуре. Чуть за змеи. Чё, тебя съели? Посмотри. Вверху. Чё за херня? Не знаю. Может, запрыгнуть надо? Ну да. Хэ. О, я сундук нашел. Я стихи нашел. Воу. Полегче, полегче. Блин, кит-убийца. Или что это? Как осьминог-убийца. Тихо. Я кое-что сейчас вспомнил, блин, я этим не пользовался сейчас. Могли быстрее пройти. Ай, блин, тут воин нужен. Короче. Блять, даже воина не прошел. Тихо, сейчас, сейчас. А, во, вот, точно. Теперь воином. Да ну в жопу, я пошел дальше. Давай. Тут надо быстро реагировать. Пойду респаун найду. Ух ты, тут бензопилы! Оу, шипы еще, бензопилы, воу. Если это смотреть в 3D, это вообще круто, наверное. Я респаун юзнул. Что тут делать нужно? Тут какая-то тварь, короче, за клеткой. Короче, тут нужен... Я не знаю тут что делать. Ты где? Бегу. Я тут... Ой, про... тут пилы! Чё же я не сказал? Ну, я тебе сказал, там пиздец. Ну, я думаю, вот что здесь так... делать? Чё, освободить? Нормальные пацаны так. Опа, ливень. Ох, блин, смотри, физика такая. Прям ветер, если дует с моей в спину, он в спину дует. Если в сиськи ей дует, то сиськи. Да, по... О, это надо взорвать, сейчас взорву. Отойди. Бля. Немножко никто жахнул. Так, где мой воин? А, бей их. Вон там слева все орки. Я вроде что-то заюзал. Так, повышение уровня у меня. 2, надо 4. Блин, еще долго. Что тут шар какой-то. Яйцо. Бля. Ладно, я перепрыгну. Что-то деревяшек очень стало мало, это очень плохо. Что такое? Блин, подожди. Чё-то мне этот камень. Твою мать. Вот это оно тяжелое. Сейчас я эти бочки взорву. Поднимайся, я тут проход нашел. Вот, да-да-да-да-да, туда ее ставь. Точно. Туда нам и надо. Бля, я упал. Бля-бля-бля. Ага. Так, я понимаю, о чем это. Сейчас рычаг. Воу! Че рычаг делает? А я не знаю. Похоже, механизм... Вот механизм наверху, только я не пойму, как крутить его. Да, а, во, я кручу его, открывается? Его не кручу, он что-то там держало. Давай иду сюда. А, это я, значит, взорвал. Прям. О, книга, книга. Чуть-чуть с собой собрать. Нифига себе, вообще графончик тащит. Воу! Тут осторожно, тут, короче, пипец полный.
я не знаю. Тут сразу ставь под себя кирпич или воином прям щитом вниз лети. Зашибись. Я думал, я уже вниз улетел. Тут что-то надо. Во, вот так, держи, сейчас я пропрыгаю. Все, я пропрыгал. Смотри, дроп собирающий. Давай. Бля. Бля! Давай. Так, воина надо. Я про дверь пробил, иди сюда. Уёб твою мать. Там пропрыгай. Вообще по. О-о-о, тут американские гонки. Гонки. Опять краб, помнишь? Давай на него поставим что-нибудь. Тут три штуки. Тут чё? Не-не-не-не-не-не, смотри, как я умею. Я в воду пошел. Тут тоже дроп. А у меня уровень. Я поверху пойду. Я могу же сосульки, лучница с сосульками может это, морозить воду. И тут есть краб, короче, вверху. Вон туда нам и надо. Сколько? Блять. Сейчас еще сосулик наделаю. Бочка тащит. Сейчас я пока настройки. Так, вот там. Сосулик наделал, давай, иди сюда. Надо я поймать. Уже, я наверху стою. А как ты, блин? По бочке. Да я шатал эти бочки. Как наверх запрыгнуть? Во, наконец. А знаешь, что осьминога три сердца? Эй, прямо как у нас. Осьминога три сердца. Спасибо, господин осьминог. Блядь, осьминог, ты меня в воду скинул. Куда-то вниз. Ладно, тут ничего нет. Ага, потому что здесь пещера. Иди сюда. Где-то там. Я вот наверху, тебя гроза какая тащит. Похватить прям могу. Это леди Розовая. Знакома. Ага. Она, стало быть, не соврала про свой титул. Зоя. Босс, что? Походу, Зоя, дело. Дама никогда бы не стала лгать. Ага. Опа. Монстр. О, вот, смотри. Нет, вот оставь его мол. Я вза... О! Вот это надо воина. Кто тут на уму был не хорош? Он нужен не дэ. Да ёп, я за ним шёл. Сверху просто их накрыл. Нет, убивай всех. Вот этого не трогай. Блин, я хочу скилл проверить. Какой? Чё? Чё делать надо? Вот на нём можешь проверить. Ага, вот на нём я и проверю. Ну ладно. Чё, ПВП или зассал? А что у тебя делать? Ты тюрьму выучил? Угу. Как работает? А, сейчас взорвется. Ты мне не дал проверить. Написано что? Ну, попасть вот на тот мост. Подожди, я уже прыгать готов. Во. Ну нет, я на... Бля, надо... Надо что-то придумать, подожди. Что-то придумать? Ну здесь впереди поставь. Ну поставь здесь сверху еще вот здесь рядом как со мной. Постой, там стоишь. Не, квадратик, квадратик мог туда поставить. А ты его сделай джж, как ты умеешь. Не, уйди, уйди, кщ-кщ. Ща. Папка затащит. Привяжи его, да, вот так. Сейчас я его заземлю. Да не, во, все, можно вот так вот сигануть. Я про. А вот тут надо вот твои блоки, вот чтобы тебе три достать наверху. Фитя, блядь! Вставай. Ага. Тихо, тихо, еще один. Ты можешь понять? Есть все. Тут вода под... А, на Саки, Саки, иди сюда. Опять тащи свои блоки сюда. Тут надо Саки, чтобы эти самые попали на воду. Сейчас я под водой проверю все.
А тут и проверять-то нечего. Короче, саки должны попасть вот на вот этот... Да я вижу. Херню. Да, вот так это открыть. Я готов. Что-то она не достреливает. Во. Все. Что за херь? Я пропрыгал. Ну иди сюда. Да. Чё-то я её закрыл, по-моему. Иди к папочке. Ого. Посмели вторгнуться в моё логово? Да. Крыши! Да, вот и проверяй свой скилл. Нихе, я знаю этого хрена, я знаю, как с ним бороться. Дай мне лучницу. Я тоже знаю, как с ним бороться. Да, по голове, на тебе, по горбине. Ой, я молот свой куда-то выкинул. Дигли, дай лучницу, я его затащу. Зачем? Дай лучницу! А, все, я лучница. Нет, я не лучница, ты один остался. Они думают, они а у тебя нет ледяных стрел, а-а-а. Ты его не затащишь. Затащу, если он отпустит. Прыгай, 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 ёпта! Срач ему. Не, у него жизни много, мне надо много стрелять. Вот не дал мне лучницу, ну сейчас затащили. Ну, ты так и будешь от него прыгать. В горб ему стреляй. Не-не-не, стрелы говно такие. А, ты можешь огнем поджечь, ты когда поднимаешь, по-моему, эти самые, там огонь идет. Надо было воину огненный меч вкачнуть. Во, вот так, да. А он его дамажит хоть, посмотри? А, да, вон, в правом углу, смотри, его жизни. Я про. Твои стрелы что-то не долетают. Не-не, не долетает. Где он есть-то? Подойди к нему ближе. Я сейчас сдохну. Да нет, тебе вон жизни дали за них. Убей этого и получи жизнь. Вон жизни валялись. Затащи его в левый угол. О, еще ему. Тащи его в левый угол. Прыгай, прыгай, прыгай! Ну что ж ты, почти забил его. Я знаю, как разбираться. Пойдем, я его сейчас затащу быстро. У него столько же хилов осталось. А, ну все, не жилец. Не, жилец. Ну, давай его сюда. Ща, ща, ща. Я ему по голове с разбегу. Все, я ему вырубил его. Все, не трогай. Это удобный эксперимент. Давай. И чё? Нет, ты их что-то должен с ним... О, как так? Подожди, 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 подожди. А. Не надо. Давай дернем за верхний рычаг, он сгорит. Попробовать.
Давай еще раз его вкинем. У Кока прикольно. И что с ним делать? Стой. Че? Ты думал? О, давай поставим как бы только дрюку. Нет. Во. Не, поставим это. Блин, мультик. Майнкрафт нахуй. Странная стоимость прыгнул. Давай сюда. Уху! Покатушки с орком. Давай, давай. Воу! Подлетел. Ладно, херачим. Все, а куда дальше? Наконец-то сокровище. Корону я оставлю себе, если вы не против. Ура! Пошла нахуй. Мы очистили замок именем Ее Величества. И мать, я не могу. Скоро тоже будет. Ну, просто на месте. Может, я тоже буду? Не торопитесь. Нет, она пишет именно монстр. Может, найдем королевские сокровища, о которых говорила Розабель. Может, не стоит? Розабель. Ковровая дорожка. На собой будет одного гоблина взять. Да, смотрите, одного. Это Изабель. Вот ее имя. Телочка. Сестра Розабель, которой принадлежал портальный медальон. Смотри, я когда подхожу, она на нее смотрит. Пойдем. Или что делать надо? Что-то с ней сделать надо. Да, посмотреть. Ну, посмотри на нее. Изабель, с 18-летием тебя. А было же 16-летие, уже 18-летие. Фига, девочка растет. Блин, а у меня нельзя ничего нажать. Приготовила тебе в погребе сюрприз. Только это секрет. Пошли посмотрим. Да я не могу двигаться, пока на эту херню не прочитаю. Я тебя сам подвигаю. Во, теперь меня отпустило. О, троица. Артефакт душ. О. Он наделен огромной силой. Смотри, а мы там прыгаем. Уху! Туса! Удается ла дома. Да я пристрелил. Ух ты, суровая штука. Нам туда. Я прыгнул. Блин, там какой-то хрен подключился. После битвы с королем. Ладно, он будет за танк тогда. Герои осмотрели замок. Там они нашли свидетельство того, что Розабель была не единственной. Потерял детство. Мы быстро осматриваемся и уже пора, 18. 14 пора. Оу! Ой. Дай моего мага. Ну этот хрен за ним играет. На меня глаз смотрит. Я ему глаз дал. Я больше не могу. Я хочу за мага. Ну вот давай его забаним. Давай, как бы. С игры. Сейчас я смотрю, есть ли тут вообще такая опция. Настройка игры, там где-то смотри. Публичные, частные. Вот, теперь заходи ко мне. Только как подожди, надо пароль как-то установить. Настройка игры. Штука дрюка. Надо что-то сделать. А, надо просто сюда, блядь. Там туда перелететь вправо. Ничего пойдет! Что-то я туда-то тут не долетаю. Да как туда? Ну, тебе надо что-то тут сообразить, короче, усилить этот пар, чтобы я туда, вот туда и вот туда. Видишь, не дели... А, вот еще вот здесь вот краник, видишь, вот здесь. Воткни, попробуй ну-ка. Туда. О, ну или так. Кажется, так лучше. А теперь еще и кислота. Кислота. Ой. У меня мальца кислоты упала. Бля, 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 бля. Ай, ай. Его на той неделе как раз покрыл кислотоустойчивым лаком у кузнеца. А, во, сейчас этот говорил с щитом. Все, во. Ого. Это что за хрень? Лови ее. Ой, сзади бежит. А ты их множ всех? Так. Ой, слушай. К ним подходи близко, а не это. Смотри, там ведро вверху. А, ты меня на шип сейчас насадишь. Тащи меня вверх. Есть, допрыгнул сейчас. Вой.
Ой, ёпта. Ой, ёпта. Ой, ёпта. Захер. Все, я еле добежал до респауна, если что. Ты там как? То есть можно подыхать, да? Да, подыхай. Помер. Вот тут что-то надо эти поднять как-то. Опять игра. Что-то случилось. Хз, ты стоишь. О, я апнулся. Пока. Пока. И апнулся. А я ошибка. Не, он говорил камни, а ты притащил не камень. Дигли, а ну надеть на меня. Мне подлагивает ща. Тащи камни сюда. Их возьму. Возможно, он сказал, какие-то старые камни надо что-то притащить сюда. Что за камни? Прям у меня во всех карманах камни. Я вообще хз, где эти камни. А, все, увидел камни. Че внизу? Понятно. Что внизу? Я пока попробую оторвать эти камни, вообще можно? Ты что, ты мог увидеть твой сервер?